Для приготовления салата из соленых грибов нам понадобится 500 грамм соленых грибов, 1 луковица, пучок укропа, 50 миллилитров растительного масла. Мелкими кубиками нарезаем луковицу. В салатник выкладываем соленые грибы. Добавляем порезанный лук. Мелко нарезаем укроп. Добавляем укроп к салату. В салат добавляем растительное масло. Все тщательно перемешиваем. Салат готов. Приятного аппетита!